Всем привет! Сегодня с вами мы сделаем пианино. Для этого нам понадобятся вот такие вот детальки. Для этого нам понадобится деталь 2 на 6. Потом по бокам мы прицепляем 2 детальки 2 на 1. Все остальное пространство заполняем белыми сеточками. В конце прицепляем детальку 6 на 1. И вот наше пианино готово. Всем пока, ставьте лайки и подписывайтесь на мой канал. До встречи с новыми лего штучками. Пока!